Привет, ребята! Вы когда-нибудь хотели увидеть того человека, который все это для вас рисует? Возможно, вы обратитесь, возможно, нет, но вот он! Ты что тут делаешь? Ну, не знаю, автор мне сказал прийти и сказать, что иди ты, Тейлер, в жопу, у меня и так дел много, у меня нужно по художке делать задания, по школе делать задания обычные, а еще мне нужно рисовать заказы, так что пошел ты, я не буду участвовать в видео. Ладно, хорошо, попробуем что-нибудь придумать. А еще он сказал, чтобы ты сказал им, чтобы они заглянули в закрепленный комментарий под этим видео, потому что он хочет сделать рубрику рисования по просьбам.